первая свадьба в Эдемском саду. Никого из людей там не было, кроме Адама и Евы, жениха и невесты. Представьте себе, свадьба, на которой нет вот таких прекрасных гостей. Свадьба может быть, когда есть 20 человек, 200 человек, и она вообще не зависит от того, сколько людей пришло на свадьбу. Свадьба зависит от того, пришел ли на свадьбу Господь. На первой свадьбе не было ни старых, ни молодых. На первой свадьбе, возможно, были ангелы, но на первой свадьбе был Бог-творец. Никогда не скупись для своей жены, подчеркиваю, для своей жены на красивые слова любви. Говори ей, смотри, в Ветхом Завете Бог говорит Израилю: я тебя возлюбил, я другие народы за тебя отдам. Иаков: я тебя возлюбил, любовью вечной. Бог говорит, Бог признается людям в любви. Смотрите, в Новом Завете, Новый Завет Иоанна 3:16, ибо так возлюбил Бог мир. Бог говорит людям, что Он их любит. Поэтому, Эрик, копируй Бога, учись у Бога. Говори своей любимой, что ты ее любишь. Но на словах это одна грань. Есть еще дело. Дело покажи, что ты ее любишь. А это уже целая жизнь тебе будет дана, чтобы показать дело, как ты ее любишь. Тяжелая работа на тебе, стрессовые ситуации больше на себя бери. Что бы ни случилось, ты должен и словом, и делом показать, что ты свою жену любишь. Итак, первый совет тебе, Эрик. Хочешь быть счастливым? Люби Господа Бога всем сердцем и люби свою жену, как Христос Царь. Я хотел бы сюда пригласить, у нас есть друзья. Где наши друзья? Вот они, да. Пожалуйста, это семья Кирнил. И это очень благословенные наши гости. Они имеют поздравительную песню для жениха с невестой. Пожалуйста. Двигайся.
Это для меня честь. Вы можете убрать, братья, этот столик, чтобы он не закрывал невесты. Пожалуйста. И у нас еще есть один момент. Это кольца. Если у нас есть тот, кто должен поднести ваши кольца, пожалуйста, подносите. Это такой богатый человек, который сейчас должен пройти на сцену. Ну давай, неси бриллианты эти сюда. Можно одно колечко? Я дам, I promise. Смотрите, такое маленькое, да? Казалось бы, ну, но оно стоит. В кольце много символов. Кто-то говорит бесконечность, то есть нет ни начала, ни конца. Я бы хотел бы буквально пару слов. Это очень большая ценность. Это не просто кусочек металла. Оно тысячи стоит. Ты сейчас будешь набивать ее. Ты будешь дарить себя для нее. Ты не просто будешь дарить ей кольцо. Кольцо стоит дорого, но ты дороже. Как? Сколько много молитв, слез мама, папа принесли за Эрика. И они сегодня тебе его дарят. Более того, он сам себя тебе дарит. Много часов, тысячи часов учебы, работы, трудолюбивый, всего себя дарит тебе, цени. Не просто кольцо. Кольцо можно купить, но это личность. И более того, он не только папе, маме принадлежал, он не только себе принадлежал, он есть собственность Бога вечного. И Бог тебе его дарит. Бог тебе его дарит. Цени. Можно, я не буду уже твое брать. Через секунду, две, пять, ты подаришь кольцо для Эрика. Эрик, родилась, наверное, в Одессе. Как там в советское время? Может, уже не советское, но было послесоветское. Одеялка, коврочка, красный бантик, да? Сюда, с роддома вынесли. Красивая, на кого похожа? Мама, на тебя, папа, нет, на тебя. Выросла вот так. Красивая. Сколько тысяч часов вложили внимания, энергии Осиповых в эту прекрасную девицу. Сегодня не дарят тебе. Слушай, она тебе не просто колечко подарит за тысячу или за две. Она дарит себя тебе. Более того, Бог ее тебе. Бог ее дарит тебе. Она Божья дочь. И Бог тебе ее дарит. Цени. Где бы ты ни был, куда бы ни послала тебя жизнь. Возможно, по работе, по учебе, придется быть в другом штате. Посмотришь на кольцо, знай. Ценность не в кольце, не в 500, не в 1000 долларов. Ценность в душе, которую Бог тебе подарил в сегодняшний день. Оставайся верным той, кому Бог, кого Бог тебе дарит сегодня. Когда вы обмениваетесь кольцами, вы не просто обмениваетесь несколькими сот долларов, вы обмениваетесь дарами, которые являются ты для нее, она для тебя. В Ветхом Завете кольцо же означало рабство. Поэтому welcome. Хорошо, друзья. Вот у нас время так быстро пробежало. Я от себя хотел бы вас поздравить. И через пару минут вас будут поздравлять наши гости. Потом родители, друзья. Но я хотел бы, чтобы перед тем, как вы поздравите сами себя с вашим избранием, с вашим решением, давайте вспомним, о чем мы говорили. Бог венчает кого? Те, кто покаялся, те, кто в завете, те, кто сохранил себя до брака. А кто-то из зала спросит, а что же третье, потом, после брака? Но если до брака, мы говорили, три, да, покаяние, завет с Господом, хранить себя. В день брака
Люби Господа и жену. Люби Господа, Катя, и повинуйся. А что же после брака? После брака всего лишь одно. Живите так, как вас научили. Практикуйте. Practice. Поедите на Ханину через год, через 10. Практикуйте. Любить Бога и жену. Любить Бога, повиноваться Божьему. Вы можете, мы прикроем глаза, а вы поздравьте друг друга. Если вы хотели бы что-то сказать, вы можете сказать, пожалуйста. Да, мы хотели бы присоединиться ко всем пожеланиям, ко всем поздравлениям. Наша группа, семья Кирлев, мы очень рады быть сегодня среди вас, разделить ваше счастье. И следующая песня, которую мы споем, называется «Воздаем хвалу». То, что говорилось о том, что и того, и мы желаем, чтобы Господь в вашей семье был на первом месте. Остальное вам уже предложим.
звуки струн гитары нежно между нами посреди льются светлые улыбки, круг друзей вокруг тебя. Все запомнится надолго, между прочим говоря. Ты смотри, друзей своих забывай, не смей на миг, у груди своей храни. Смотри, друзей своих забывай, не смей на миг, у груди своей храни. Ты это чудное мгновенье, будто сон перед тобой. Ты сидишь немного грустный и задумчивый такой. Все собрались для веселья, вашу радость разделить, пожеланиями благими вашу жизнь сопроводить. Ты смотри, друзей своих забывай, не смей на миг, у груди своей храни. Смотри, друзей своих забывай, не смей на миг, у груди своей храни.
take their seat, I'm going to share something with you that we will practice throughout the whole reception. There is a word in scripture that means an absolute statement of truth. Does anybody know what that word is? It's the word amen. So every time I say something that you agree with, you say amen. Let's practice. Don't they look absolutely beautiful today? Amen. Amen. Okay. Друзья, давайте мы помолимся и попросим у Бога благословения. Еще раз, для молодой пары и благословения на эту пищу и на этот такой праздничный обед. Праздничный обед мы будем иметь пред лицом вечного Бога, радоваться вместе. Молимся. Господь, мы искренне благодарны Тебе, благодарим Тебя за сегодняшний день, за день праздничный, Господь. Мы благодарим Тебя за эту молодую пару, за Эрика, Катерину, Господь, за новую семью, которая создалась пред Твоим лицом, церкви Твоей. Благодарим Тебя, Отец Небесный. И мы очень просим, благослови Ты их жизнь. Помоги, чтобы любовь была действительно к Тебе, Господь, и друг к другу, чтобы они любили друг друга от всего сердца. Благослови это множество друзей, гостей, которые навестили сегодня эту свадьбу. Господь, благослови, прошу Тебя, наше общение и пребывание на этом месте, Господь, оно принесет радость друг для друга и славу для Тебя, вечного Бога. Благослови пищу, освяти ее и дай ее принять, как от Твоей руки. Благодарим Тебя за эти прекрасные дни, которые Ты даруешь для нас. Честь и слава Тебе, пусть будет вечный, добрый Бог. Аминь.
Thank you.
стыдно.
Спасибо, что вас видите. Перед тим, як вони вам дадуть свої руки, я хочу вам, ну, молодям спочатку віддати мікрофон. Будь ласка, це ваш час, поділіться з батьками. Я думаю, ви хочете при всіх друзях в день сім'ї подякувати. І, ну, пару слів від вас, ваших батьків. Дорогі родители, мама-папа. Я хочу сказати спасибо, що ви нас виросли. Спасибо, що кращим виросли. Спасибо, що допомогли за дітям. Спасибо, що нас підтримували, що нас любили. Ми вас теж дуже сильно любили. Спасибо, що нас терпіли. Ми будемо скучати. Ми недалеко. Где вы у нас будете? Будете нам цветочки подарить? От нас, для вас. Просто спасибо за все. Мы вас очень сильно любим. Катя тоже очень сильно. Сердце дня, мы любим тебя, так само любим тебя.